Пресс-служба британской адвокатской компании Джозеф Хейдж Айронсон сообщила, что бывший президент Украины Виктор Янукович подал иск в Европейский суд по правам человека, в котором заявляет о регулярных нарушениях Украиной прав человека в отношении него. Многочисленные бездоказательные обвинения представителей высшего руководства Украины, в том числе о причастности Виктора Януковича к расстрелам людей во время событий в Киеве в феврале 2014 года, нарушают принцип презумпции невиновности. На данный момент ни по одному из предъявленных обвинений не вынесено решение суда. Подачу иска в Европейский суд по правам человека Виктор Янукович объясняет тем, что высшее руководство Украины оказывает давление на судебные органы с целью вынесения в отношении него обвинительного приговора, говорится в сообщении. В заявлении компании также отмечается, что Янукович не может вернуться в Украину, чтобы принять участие в судебном процессе по своему делу, в связи с тем, что покушение на его жизнь в феврале 2014 года не было расследовано. И в его адрес продолжают поступать угрозы.